Ой, жара вообще, ребят, невозможно. Жара. Так, еще раз привет, мои телепузики, мои сахарные заводы. Калуга, бандиты, жилетовские мои любимые подписчики. Идет, не идет. Погода, конечно, ужасная у нас. Что хочу сказать? Сейчас пожру на камеру. И вам сюрприз потом покажу я. Так, жрем на камеру. Меня смотрят только жирные, толстые, семимесячные. Кто на диете или худые, меня не смотрят. Так, хлеб. Че, погнали, да? Хлеб. Господи. Два яйца сварила мужских. Кофе. Кофик это. Соль моя любимая подложила. Рыбка копченая. Немножко взяла, ребят, и то... Я прям боюсь. И это, чеснок я уже здесь ела. И, конечно, я пожарила картофан. Картофан – ваша любимая сковородка. Можете обсуждать, что-то вы ее не обсуждаете. Ну да. А, и яблоко еще. Я не знаю, смогу я есть это. Что надо... пока картофан остынет. Да, мне не жирно, ребят, вам не знаю. Хватит жить, как попало. Будем, как придется. Еда это вот это все чудо у меня. Чудо-юдо. Я не знаю, что там. Жидкое. Ой, жидкое. Хлеб надо взять. Это что? Я без хлеба не могу, ребят. Не знаю, как вы, но я... Пол батона, пол буханки черного. Я батон не стала брать обратно, ребят, а то у меня, смотрю, жопа выросла на 2 сантиметра. Не-не, это худым надо батоны жрать, а нам толстым нельзя. Девки, получились мне жиденькие, а то поставлю жиденькие. Ну, знаете, как хочется жиденькие тоже. Вообще бомба. Что я там хочу сказать вам? Женщины, вы что там без фотографии пишете? Иди работай. Ну, я что, на дуру похожа, идти работать. Вы работаете. Я в интернете работаю. Вот вы меня посылаете работать. Естественно, я ее забанила. Попрошайка пишет. Вы что, дураки? Я что, только одна такая в Ютубе сижу? А? Ну, вы займитесь, вы не идите работать, идите в интернете, сидите, зарабатывайте. На Дзене идите, зарабатывайте. На Дзене сейчас хорошо. Вы 100 человек набрали, и вам, и будете зарабатывать каждый день, денежку выводить за просмотры. Кидайте видео, и все. Ну, что вы мне посылаете... Работать. Я всю жизнь работала. Хватит. Дайте мне в интернете посидеть. Поглазеть. Ну да, какая-то девка. Не знаю, сколько ей лет там. Без фотографии. Место жительства. Угу. Идите работайте. Что вы? Я не голодаю. Я одеваюсь, у меня все есть. Сапоги у меня не дермантиновые, не переживайте.
Вообще должна отчитываться перед вами. Я ем, что хочу. Фрукты каждый день ем. И что вы ко мне доколебались? Иди работай, иди работай. Не хочу, иди ты работай. Иди ты работай. А я что, на дуру похожа идти работать? Что я, чеканная? Я же не чеканная. Ой, девки, эту рыбу я прямо... Слюни текут, подождите. Не пойму. Не, нормально. А что-то этого не было вчера, девка. Может, там есть? Я что-то и в группу не кинули. И я заходила, не видела этого Илюшу. Он же до этого 20-я серия была. Оливье делал. Я тоже такой сделала к Новому году. Нету, нету его что-то. А может, сейчас появилось видео, не знаю. Девки, что я расскажу сейчас? Ну, я понемногу хожу к блогерам, ну, шпионю. Я ничего ни гадости не пишу, у меня нет такой привычки. Я только вот вчера была у салона, сидела и писала, а что? Ну, а что, я пришла отдыхать, поржать и все. И это... Зашла я вчера к Дительману, в этому, вы знаете, который ушастая чебурашка и этот. Девки, что вчера творилось у них? Девки, я вообще, я там... Вот его батя, они там рассорились все. Этот батя, он свою жизнь пенсионер. Он здесь все в Ютубе пенсионеры тоже сидят и ведут трансляции. Он ведет эфир. Мне, я на него тоже подписана, этот батя. Мне нравится его канал. Ну, без понтов. Ну и что, что он бухает пиво? Он имеет право, он жизнь прожил. А кто, а что, вы, кто-то святые есть, не пьют? Вот они вчера этот, не знаю, что они поругались там. Девки, ну мы там ржали, там какой-то малый или баба, не знаю. Без фотографии пишут. Он говорит, я поеду монитор заберу. Не знаю, что это за монитор, это компьютер, что ли? Этот... оделся, какого-то малого вызвал, я не поняла, кто-то. Ну, я пришла, там мне сказали, девки, Ольга Валерьевна, бей, там разборки какие-то. Они к бате собрались ехать, это, монитор забрать. Он, короче, не отдал там что-то, я не знаю. Это звонила ушастая чебурашка. Он там, что ли, выгонял их. Там какой-то малый или баба пишут, ГАИ вызовите, ГАИ, разборки. Я... Девки, мы там ржали. Девки, мы ржали вообще. ГАИ вызовите. Ну, короче, я поняла, он не отдал вроде. Мы посидели, поржали, ушли. Извините, я хочу сказать, такой малый взрослый, ничего в жизни нету. Мать, я не знаю, где его мать живет. Я смотрела, батя приходил к каким-то внучкам. А кто это за внучки его? Я вообще не, мы не врубились. И смотрю, там мамаша, ну, жена его. А кто это за внучки? Я даже не пойму, что у него дети есть, что ли, этого батя. Мы, короче, ни черта не поняли. Но это ладно. Он этот орёт, дергается. Ну, ты извини. Этот батя... Он имеет право.
Это Катя там ушастая. У Кати самой родители есть, с ними не знается. И, короче, ну, он что, не имеет права вести? Короче, там они его обзывали. Короче, я поняла, что он не отдал. Ну, ушли, не знаю, отдал он, приехал с ним. Ну, вроде не отдал он монитор. Ты обязан вообще родителей содержать. Ты знаешь законы? Если родители пенсионного возраста, ты должен по закону содержать родителей свои, маму и папу. Никто не виноват, что у тебя ни квартира, ничего нету. Ты такой великий блогер. Угу. Себя считают. Его по телевизору, он на Мухбанке поднялся. У тебя подписчиков. У тебя за душой нету, ты квартиру снимаешь. Где квартира? Ты не можешь квартиру купить. Посмотри, крупные блогеры, у них и машины, и квартиры. Сам было, посмотри, у него 3 или 4 квартиры, машина, все одевается. Отдыхайте это за границу. Вот пример я хочу привести Гришку. Мы тоже его ходим, смотрим, шпионим. Нам он нравится вообще. Он тебе ровесник, у него и квартиру купил, и дачу купил. Машину не знаю. Родителям помогает, но родители там, говорит, состоятельные. В Истре там купил он где-то, ну зато в Москве. Вот это блогер. А за этого блогера что там, я не пойму. Куда он деньги девает? У него подписчиков очень много, девки, жарко. Подписчиков много. Куда он деньги девает? Люди все покупают себе. И дома, и машины, и квартиры. А вон... Ну да, он знаменитый в Хакасии. И по телевизору его показывали. Не. Мы ходим так по всем блогерам. Вот они батю теперь обсирают. Батя имеет право тоже так же, он сидит. Он никого не трогает. Я хожу... Вот батя сейчас завел себе эту страницу. Я подписана, мне нравится его канал. И видосы все лайкаю. Писать не пишу, только лайкаю. На эфирах всех сижу. А он что, не имеет права выпить? Он что, не имеет права выпить? Пенсионер. Он что, тебе обязан, должен? И то, я не знаю, это вроде не родной батя, не знаю. Где что-то там говорили. Не знаю, там все за него, все за него. Он у какого-то крутого сидит, работает. Угу. А как его канал называется? Батя балдёж, что ли? Нормальный мужик, я не знаю. Девки, что-то брызгается, не пойму. Жир. Ой, вчера такой скандал там. А там кто-то пишет, иди ГАИ вызови, ГАИ, ну подкалывают. Девки, мы ржали, вообще ржали. Не знаю, забрал он, не забрал. Мне кажется, не забрал он. Он там их выгнал. Такой блогер такой, все у него подписчиков много. А квартиру ничего нет у него. И это еще ушастый вякает. А, вот она. Угу.
Я посмотрела, ему так-то не донатят. А бате хорошо донатят. Я пока сидела, смотрела, ему хорошо донили. Молодец, батя. Я его поддерживаю, все его поддерживают. Чё ты ругаешь? Чё ты ругаетесь? Ну чего ты? Ну чего вы ругаетесь? С кем можно вести стримы? И я ушла. Не знаю, бабы смотрели мои или нет. Бред собачий там был. Ты взрослый мужик. Ты должен обеспечивать. Я не знаю, где мать. Вот дожили. А где квартира родительская, материная? Дожили. До таких лет ничего нету, снимают. У этого бати я поняла, что ему канал сделал. И работает он крутой, наверное. Там такой коттедж строит. Смотрю, он бегает по полю, тра-та-та, с окна. Какой-то крутой. Там его называли имя, не помню. Ну, имя называли, он ему помогает, этот чужой мужик помогает. Представляете? Он свое лицо не показывает. Чужой мужик помогает, а? А этот сынок и ушастый это. Девки, не могу. Не знаю, чем там дело закончилось. Но у него вчера много народу было у этого. Ну и что там, там может, пускай 10 человек там хорошие пишут, а остальные там такую. И обзывают его, боже упаси. Ой, девки, и ее там обзывает. Боже упаси. Ну да. Этот сидит там с ключом, который ко мне заходит, пишет ерунду. Я ни разу не видела, чтобы он там донатил. Ни разу, ни разу. Ни разу. А мы знаем, кто это. Он ни разу не донатил ему. А еще вякает, сидит. С Ингушетии он. Ни разу не донатил, ни разу. Девки, надо руки вымыть. Боже упаси. Это в пакет надо. А не было рыбы такой в баночке маленькой. Не было. У нас интернет отключали. Я звонила. Что-то там это. Девки, пойду я руки вымою, не могу.
монитор, я поняла, компьютер, что ли? Но есть там бабы, ну, наши, ну, компьютер-то не ему. Там кидали деньги. Они вместе раньше сидели. Это не ему кидали одному. Это и батя сидел тоже там. Ну, там все правы, там все за батю. Ты такой крутой, у тебя столько подписчиков, а у тебя квартиры ни черта нету. Даже зуб не можешь ставить. Ой, ну там такую гадость писали, мы ржали. Ну да, мы ржали. И Ингушетия сидит с ключом там. Там одна баба, мы с ней в WhatsApp переписывались. Ой, я здесь каждый день на стриме. Он, говорит, ни разу не кидает ему. Она говорит, я его давно смотрю, этого Гительмана. Я говорю, он ко мне на стрим приходит, ерунду пишет. А он, говорит, свою, говорит, фото боится поставить. Но я его видела. Угу. Он страшный. Он кидал свои фото мне. Кофе холодное. Не знаю, включили интернет или нет. Девки, сколько у нас фриков много, да, девки? Это и ушастые пишут. Иди работай, молодая. Ну, молодая девка. Ее хоть Чебурашкой зовут. Ну, мы с бабой с одной переписываемся в WhatsApp, она это... У них давно сидит. И ко мне заходит, я не буду говорить. И у меня тоже заходит иногда. Ну, а это, у нее уши лопоухи, она прячет их. Вот так прямо, как у Чебурашки. А она откуда, я не знаю, из Екатеринбурга. Я спрошу, откуда она. Не знаю, откуда она. Во скандалит, да? Не знаю, я считаю так, он имеет право. Где-то законно запрещено. Канал завел, и что? И что трансляции ведет, да? Ведет трансляции. И я у него сижу. Мне нравится простой дед. Дед простой. Без этих понтов. Пускай занимается. Монитор какой-то. Ну, монитор, это я не пойму. Ноутбук, что ли, или компьютер за монитор? Там пишут его, пишут, это, про монитор пишут. Вам, они же там, когда жили, где-то снимали дом в деревне. И у них нет ничего своего, не знаю, куда они дели, пропили, не знаю. Они кафе открывали, это вообще тоже проиграли. А это, они же раньше там и мать, и отец, батя, и он, они вместе снимали, им на всех кидали эти деньги, они купили. А теперь он отобрать хочет, а этот не отдал. Ну, мы поняли вчера, что он не отдал, потому что эта ушастая звонила, там, говорит, скандал был, а второй малый там вроде... не стал заступаться, а я бы вообще вызвала полицию. Там один писал ГАИ. Как это пришел ко мне здесь воровать? Да, это статья. Этот малый, конечно, боится. Я вызвала милицию бы. Ой, девки, я бы жралась. Короче, все. Я вам покажу кое-что. Давайте, до встречи в эфире. Жрать сегодня я больше не буду.
Вот картошка осталась. Не хочу, ребят. Обсуждайте мою сковородку. Девки, жарко. Не знаю, сколько градусов. Яблоко, не знаю, съем или нет. Вот так, ребят, какие у нас в Ютьюбе скандалы. А у кого я еще вчера была? Вечером поздно у салона сидела, поржала хоть. Ну, тоже хочется, я тоже устаю. Ребят, вы что думаете? Я сижу в эфире, не устаю, я тоже пенсионерка. У салона поздно вчера сидела, там какие-то ребята. Ну, я всегда, как всегда, «Газпром» мне нужен, шучу. Они никак не поймут, кто это «Газпром». Ну, так посидела. Да музыка уже надоедает. У него тоже музыка. Ну, хоть так вчера мало музыки поржали. Еще у кого-то... Елена Павловна сидела у мамы отличника. Самвела посмотрела, Юльку посмотрела. Еще кого-то я посмотрела, не помню, ребят. Ладно, все, давайте. Да, лежала и смотрела, хоть отдохнула. Эти скандалы... Посмотрела, вы что думаете? В каждой семье все хорошо, везде скандалы. Ладно, все, давайте, ребят. Ждите, еще кое-что покажу вам.